Всем привет! У нас вот есть такая мясорубка Bosch. Ну, она сломалась. То есть просто тупо не включается. Тут я уже все снял, разобрал, надо ее разбирать. Но фарш нужно приготовить, перемолоть. Что делать? Сначала хотели не попробовать, а мололи вот этой мясорубкой. Вот этой вот, более современная, она алюминиевая. Сейчас я вам покажу. Сейчас мы ее уже помыли, одеваем. А что я делаю? Так вот. Одеваем. Знаете, как-то вручную молоть век химии, век атомов. Вот так вот, представляете? Тыр-пыр, 8 дыр. Но у меня вот от мамы, моей мамы, осталась вот такая чугунная старинная мясорубка. Здесь вот ручка, я ее сейчас утащил в гараж, подбирал болтик вот этот. Болт на 8, головка, то есть шестигранник, вот этот шестигранник на 12, да. Короче говоря, решил я попробовать, смастерил вот у меня дрель, зажал сюда головку на 12, одеваю ее вот так вот и начинаем молоть. Посмотрел в интернете говорят, мелит за милую душу, да и посмотрел тоже. Ну вот сейчас посмотрим, как она мелит. Конечно, маленько неудобно, потому что вот этот раструб широкий, он не предназначен. Надо бы хотя бы вот такой вот круглый, тогда под него легче выточить. И сам шнек, видите, шнек вот более квадратный. То есть вот эта вот захватывающая часть здесь ровная, а здесь вот она скошенная. И поэтому лук, мясо там или еще что-то норовит выскочить. Но это первое, это самая первая наша проба. Сейчас вот попробуем. Сейчас жена будет толкать, а я буду крутить. Это у нас вот эта толкалка от электрической мясорубки. Ну, шнек тупой. Но тем не менее, я думаю, это гораздо лучше, чем чем вручную вымаслать. Вот она, мясорубка нашей мечты. Держу я ее вот так, в принципе, одной рукой. Если бы не камера, можно было самому ее подталкивать. Мелит прям прекрасно. Лук поперек встал, видишь? Не захватит, потому что шнек тупой. Она и вручную бы не захватила. Сразу говорю, с пальцами надо быть супер осторожным. Не дай бог попадет, не остановится. Ну, она не может захватить, видишь? Прошло уже 3 минуты целых, и у нас, а может даже меньше. Такое специальное соединение, как бы не жесткое, чтобы дрель туда-сюда ходила. Вот тут мне супруга моя задала вопрос, если женщина одна в доме, может она это сделать? А если она одна в доме, она вообще додумалась бы до такого? Вот, одна женщина. Ну, некоторые, конечно, могут додуматься, не спорю, женщины не такие глупые, как кажется. Во-вторых, это первый раз, это проба сил. То есть раньше никогда не делали. То есть,
Ты это ведешь. Ну, ты что хотел сказать? Я хотел сказать, что... Если у вас нет электромясорубки, да, то воспользуйтесь дрелью. Да, именно и, так. И старой мясорубкой. Да. В принципе, та тоже же может так делать. Какая? Может, но у нее не, закручит, не закрутится болт так быстро. Ее надо приспосабливать. Вот здесь вот видите, вот этот болт, он закручивается на место барашка, который держит ручку. А вот здесь ручка, вот в этой мясорубке, как бы более нового образца, она, видите, болт сбоку закручивается. Вот он. А здесь в торце нет болта. То есть нужно что-то сюда маздрячить или сверлить отверстие, чтобы вывести болт и мясорубку. Можно, конечно, сюда и движок на ременной передаче сделать, но нам-то нужно быстро было. Ну, хочу сказать, вот это ты говоришь, более современное. Угу. Ей уже более современное, это лет 25 у нас. Ну, а это 51 с половиной, грубо говоря. Намололи, насмешивали вот столько фарша, минут 15 максимум, ну 20, не засекали время. У нас был готовый фарш, 4 килограмма. Ты не забыл про это? Вот он, фарш. Хоть он и был смешан, фарш мололи мы с луком, но тем не менее, все произошло очень быстро. Первый пробный. Теперь мне нужно открутить этот болт. Я так примерно прикинул. Должно быть на 12, на 13. Да. Вот этот шкив, внутри который, его можно держать ключом на 12. Оп. И откручивать той же самой дрелью, которую перемалывали. Все. Открутили. Теперь для видео показываю. Ставим туда, сюда ручку. Закручиваем вот этот барашек. И все, мясорубка у нас опять в сборе. То есть мы ничего не повредили. А это как бы послесловие для тех, кто заинтересовался, как же я все-таки это собрал. Значит, вот он шнек. К этому шнеку приворачивается ручка. Вот так. Раз. Вот таким барашком. Тик-тик-тик. Вот. Ну, этот шнек, естественно, стоит вот здесь вот в мясорубке. Ну, и за него крутится. Вот я что сделал? Открутил барашек. Вот этот барашек уже вареный-переваренный, я смотрю. Не знаю, кто его делал. Наверное, папа еще мой делал. Вот, барашек. Кладем в сторонку. Убираем ручку, заворачиваем вместо вот этого барашека, вместо вот этого барашека заворачиваем болтик на 8. Так. Здесь шестигранник на 12. В шестигранник вставляем переходник, вставляем дрель вот так, и при помощи нажатия. Ну, я дрель сейчас отключена. Нажимаю, как надо, регулирую обороты. И она крутится. Вот. Вот так вот. А все остальное, все остальные, как сказать, запчасти, они полностью от мясорубки. Нож, сеточка, через которую все мелится. Второй нож, вернее. Как правильно его не знаю. И гайка. Все, пожалуйста. Мелите на здоровье. Кому понравилось, ставьте лайки.